Всем привет, с вами Тимоха, и наконец-то люди смогли отыскать второй меч, меч силы. Пойдемте скорее его получать. Заходим в плейс под названием «Построй корабль и найди сокровище». Ссылка на него будет в описании. Теперь нам надо построить лодку. Отчаливаем и плывем к левому водопаду. Заходим в него. Мы попадаем в секретную комнату. Здесь нам надо нажать на книжки в правильном порядке. Повторяйте за мной. Теперь из стены должна выйти вот такая пушка и начать стрелять в потолок. Если у вас на нем появилась, повторите шаг с книгами. Открывается люк, и нам надо прыгать туда. Сейчас нам нужно ввести на этих плитах определенные буквы и символы. На левой плите английскую букву R. На правой B, только в реверсе. А посередине стрелочку, которая смотрит вниз. Если все загорелось зеленым, то мы все правильно сделали. Выходим отсюда и топаем вниз. Нажимаем на рычаг, и нам открывается портал. Без раздумий заходим в него. Нас переносит в другой плейс, который называется The Secret Place. И наконец мы получили наш долгожданный меч силы, а нет, нифига. Думали, что все так просто будет? Теперь нам надо пережить атаку комплюхтера. Если что, то почти после каждой своей атаки мы полностью восстанавливаем здоровье. Просто повторите все действия за мной.
Компьютер побежден, и теперь нам осталось подобрать наш меч. Ура, он в нашем инвентаре. Ну а если вы здесь впервые, то не забываем подписываться на канал, ставить лайки, звать друзей и, конечно, присоединиться в наш Discord сервер. Отдельно хочу поблагодарить всех тех, кто донатит мне на стримах, залетайте и на них, там очень весело. А с вами был Тимоха, до скорой встречи, всем пока-пока, удачи!